Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Я рада вас приветствовать. Вы очень много просили меня снимать влоги, и сегодня просто идеальный день для этого, потому что у нас в Эстонии праздник. Я бы, наверное, даже сказала, что не совсем в Эстонии, наверное, скорее всего, просто в Таллине. 18, 19 и 20 сентября у нас проходят шоу с фонтанами, фейерверками в очень красивом парке Кадриорг. Так что сегодня я как раз-таки туда иду, и я думаю, что получится очень красивое видео. Хочу вам показать, как в Эстонии провожают лето и встречают осень. В этом году я больше чем уверена, что будет очень красивое шоу. Во-первых, его обещали. Там в этом парке все будет украшено огоньками, свечками, всякими инсталляциями. В этом году будет довольно много инсталляций красивых. Там будет небольшой кинотеатр прямо на улице. Я думаю, что у меня получится сегодня заснять некоторые моменты. Также сегодня и завтра будут всякие светошоу, и украшено все в старом городе Таллина. Если у меня получится добраться и туда, то, конечно же, обязательно я сделаю небольшой репортаж. С погодой что-то не повезло, потому что весь день идет дождь, на улице сыро и очень холодно. Сразу после работы, я думаю, что поеду, как раз будет уже темно на улице и будет все выглядеть очень красиво. Так что да, встретимся с вами уже в Кадриорге. Честно признаюсь, очень тяжело держать здесь фокус, потому что везде огни. Прямо возле Екатерининского дворца. Очень холодно.
Красота просто unreal. Сердце.
сзади с тобой. Сними капюшон лучше. Не-не, нормально, в самый раз. Together.
Вот это вот.
общем, ребят, пришла я домой. Шоу просто фантастическое, и единственное, что просто с погодой, блин, не повезло. Очень трудно было вообще разговаривать, там на улице было очень холодно. В общем, я сейчас с Шариком со своим переоденусь и вернусь к вам. В общем, ребят, шоу было просто фантастическим, обалденным, нереально красивым. Там были и фонтаны, и мы успели на фейерверки. И как-то так получилось, что фейерверк можно было посмотреть прямо с того места, где были фонтаны, и все вместе, в общем-то, такое шоу грандиозное получилось. Очень красиво украшен наш парк Кадриорг, очень красиво украшен Екатерининский дворец. Нереально красивые тропинки, люди продают какие-то красивые вещи, что-то вроде ярмарки там. В этом году было столько народа, я реально не ожидала, что там будет столько людей, там и туристы были, и наши. Как-то раньше, когда проводили, было не так много было людей, и, может быть, ну, не так сильно популярно, но каждый год они делают шоу все лучше и лучше, все очень красиво украшено. Везде стоят какие-то свечки, сердечки, лампочки, на деревьях все украшено. Такое светошоу нереальное. Там человек сидел и играл прямо на рояле. Прямо фактически на улице в палатке человек играл на фортепиано. Это было просто нереально красиво. Также я позволила себе детскую шалость. Всегда хотела себе вот такой шарик, как у меня на заднем плане. Я понимаю, что 30-летней женщине не пристало покупать такие вещи и веселиться как ребенок. Как раз-таки сегодня я себя почувствовала конкретным ребенком, и это было просто волшебно, такое место. И мы ходили с мамой, маме тоже очень понравилось. Единственное, что она сказала, в прошлом году музыка была лучше. Ну, в принципе, я с ней согласна. В прошлом году подборка музыки была покруче, но и в этом году тоже они, конечно, не отстали. И само шоу было просто нереальным. Единственное, что удручало, это то, что не очень повезло с погодой. Сначала был дождь, потом дождь вроде как закончился, но все равно все такое мокрое и... Еще на улице было жутко холодно. Я реально, когда записывала все эти видео, у меня прямо пальцы отморозились. Я не чувствовала рук, я не чувствовала, что я держу телефон. У меня пальцы прямо не шевелились. У меня никогда такого в жизни не было, чтобы настолько замерзли руки. У меня замерзли ноги, хотя я одела, ну, осенние сапоги. И, в принципе, была достаточно тепло одета. Даже шапку взяла с собой. Так что вот. У меня как-то не очень получилось комментировать какие-то вещи, то, что я вижу, рассказывать о том, какие места и куда я хожу, потому что вокруг была целая куча народу, и очень трудно было что-то говорить, все вокруг гундят, фоткаются, никто проходу не дает. На самом деле там застолбить место было очень трудно. Нужно было реально прорываться к месту, где можно было постоять и поснимать, чтобы никто не ходил. И то люди ходили впереди некоторых, перед инсталляциями, вообще спокойно, всем по барабану было. Вот. Что-то комментировать вы бы, наверное, вряд ли что-то услышали, потому что там такой шум стоял. Я надеюсь, что вы насладились точно так же, как и я, всеми этими шоу, инсталляциями. Конечно, это все вживую смотрится совсем по-другому, и вживую это такой вау-эффект, и камера не может в полной мере все это показать, но я очень сильно старалась, и прошу прощения, если у меня дергалось все это видео, стабилизации особо не было, руки мерзнут, и постоянно кто-то рядом ходил, толкал, у меня тряслась камера, точнее телефон, на который я снимаю, в общем, надеюсь, что вас это не сильно огорчило. Что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы просили у меня побольше влогов, побольше о своей жизни. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Если вам нравится контент моего канала, обязательно подписывайтесь. Ссылку на свой инстаграм я оставлю внизу в описании. Подписывайтесь, конечно же, и там. Желаю вам доброго времени суток, когда бы вы ни смотрели это видео. И, конечно же, до скорых встреч!